Дорогие друзья, поздравляю нас всех с 10-летним юбилеем невероятного культурного явления под названием «Чемпионат по чтению вслух «Открой рот». Насколько я понимаю, эта история начиналась 10 лет назад на сибирской земле, ну, просто как приятная забава. Когда, как если бы компания лучших друзей собрались поиграть в настолки или просто вместе сходить в караоке. Но масштабы явления быстро выросли до всероссийского, потом и до мирового, и теперь «Открой рот» вырос в мощное движение интеллектуалов, объединенных любовью к чтению, к русскому языку и к великому литературному наследию человечества, что в наш век клипового мышления и интернет-зависимости очень дорогого стоит. Здорово, что, оставаясь по своей сути гениальной профанацией, «Открой рот» стал выполнять функцию формирования ни много ни мало общего культурного кода у огромного количества людей. Я много раз принимал участие в чемпионате «Открой рот» и в качестве читчика, и в качестве члена жюри. И помимо спортивного азарта, расширения кругозора и просто душевного роста, самое главное – это то, что я обрел множество друзей во всех уголках нашей страны, общением с которыми я очень дорожу. И отдельно хочу поздравить председателя всего этого безобразия Михаила Фаустова и его неутомимую команду энтузиастов, которые увлеченно развивают это дело, несмотря на трудности, кризисы, пандемию. Поздравляю!